Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
इसलिए
कदे सेवन लाभ है, कदे कृष्ण कथा की जो प्रथम लाभ है, कदे कृष्ण कथा का प्रथम लाभ है, कदे जो कृष्ण कथा है, कदे ये अमृत है। ये कृष्ण कथा को अमृत बताया, जिस अमृत को अमृत मतलब इसको पान करने पर जीव जन्म मृत्यु का दुख कष्ट से निकल जाते हैं। Prije bih što govore, govi skladali što kako je rezultat mi palučajem da sluš, isli mi budem slušati sa rikata. Krišna kata je ta jes amrit, je ta jes nektar, amrit privodica nektar, no amrit što je ta? Mrit je smrt, a ni smrt, tak možno privodic to. Isli mi slušam bez smrt, bez smrt. Isli mi slušam rikata, tak da možno četaš što человек можеш решать этот вопрос каждый, что круг жизни и рождения и смерть, это можно решать этот вопрос. Изле сабре, сабре. Стать бессмертным. Изле сабре, что мы сравнили кр рей те, жагат мы ане пара, мы сад тар ка дух кашу милта. Жанна, мрту, чара, бьяди, адхиатми, аддеви, аддибавти. Когда сам дух Кришна катал сей дурота. Утром я слышал, что семь видов проблем, что каждому мешают. Это рождение, смерть и адибхотик, адидевик и так далее. Это все, это можно решать от харигата. Если кто-то слушает харигата, это все семь видов проблем можно решать. Аби, я про Кришна карте, что Кришна катал, что амрита, хам, что батате, что жагат мы садхаран лог, чар жагам амрита, когда еги समुद्र में अमृत है और एक चंद्रमा में अमृत है, कहते एक चार जगह में अमृत है, लेकिन ये वैष्णव लोग इसको खंडन कर देते। प्रथम अमृत कहते समुद्र में, समुद्र मंथन से अमृत निकला, अगर पानी इतना खारी नहीं होता आप बता सकते हैं धीरे धीरे आपको कठिन शब्द से बोलने लगे चार जगह में अमृत है। Четыре места, шастра, наш шастра говорит, что четыре места есть амрит, нектар. Один есть океан. От океан мы знаем, что слышали, что Бхагаватам, от океан получил первый раз, это нектар. Ну, говорится, да, может быть, кто может сказать, что нектар есть от океан мы получили. Ну, если нектар это настоящий нектар был от океан, тогда почему соленый вода там есть? Почему там соленый вода? Там сам, откуда пришел это нектар, это сам соленый, это океан. И второй есть... второй есть луна. Луна... А второе это луна. Луна она также сравнима с нектаром, потому что она дает энергию расти фруктам, овощам, сок, фруктам. Она является как медицина, ее энергия. И поэтому также сравнивают с нектаром. They are telling, not they are telling nectar is there, but our Vaishnava are telling no, they are not pure nectar. If they are nectar, this Purnima, you saw this full moon. But when the Pratima Ditya, slowly, slowly you saw the decrease, 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 Ambasa is completely the black. Mm-hmm. On the full moon it is full, but slowly it decreases, and on Amavasya it is totally black. If it was nectar was there, why is it decreasing? Вашнавы говорят, что если там есть нектар в луне, то почему тогда она убывает и почему ее она становится совсем ее становится совсем не видно и что это тогда за красота такая? То есть вашнавы не согласны с тем, что это чистый нектар луна. The third. People say.
люди говорят, что нектар есть на губах женщин. Люди говорят также, что нектар можно найти на губах женщин, но обычно говорят, что это не так. Кто может отведать этого нектара? Только муж. Но почему муж тогда, как мы часто видим, умирает прежде жены, раньше жены? И четвертое место. Четвертое место. Where snakes? Где живет? Где живет змея? Там также можно найти нектар. Но почему тогда Гаруда, он поедает змей? Сам Пол Бог умирает тогда. Почему так тогда? Или сам нектар вам не. Тогда можно читать, что это настоящий нектар не там тоже. Когда пятый нектар выдает, когда его мукти кого нектар говорят, но бхактолог мукти чаяте не. Еще говорится, что мукти это тоже читается один вид нектар. Но прежде не сам они говорят, что нам не нужно это такой нектар. Если говорите, что сам амрита кахан паре. Когда гопиан говорит, кевал Бхагаван ки катха хи амрит хай. Тогда где есть настоящий нектар? Преданный говорит, что только где есть Кришна катха, там есть нектар. Исле, जिसको परिकृति महाराज ने पान करके, जिसको भक्त लोग पान करके जन्म मृत्यु चक्र से संकसम निकलेगी. परिकृत महाराज इस तरह से преданный आने विपिलता नेक्टर, यानी आने स्थानी बेसमेंट. इसलिए когда अगर कथा कोई श्रवण करेगा उसका पहला गुण है ये जो दुख कष्ट से सचमुच से निकल जाता है जन्म मृत्यु दुख कष्ट से निकल जाता है पेटू रिजल्ट्स तो दैव देता हरि कथा तथा इसलिए तो लाभ जो सुशा से हरि कथा और मुझे अस्वावदित सिबे अतिता में तैयार नहीं है ये कृष्णा तक ये से प्रॉब्लम्स तो जैसे ही इसमें तैयार नहीं है इसलिए कभी प्रथम गुण है उसका दूसरा गुण क्या है बोलता है तब कथा मृतम तब कथा मृतम तो दूसरा जो गुण है कहते हम जो तप्त जीवन तप्त जीवन तो नाश इज दी उच्च नोगा प्रॉब्लम सिग्दा यस इसलिए कहते जीवन में जो हम दुख कष्ट भोग करते हैं कहते संसार में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जो इस संसार का दुख कष्ट से दुखी नहीं होगा सबके सब दुखी लेकिन कृष्ण कथा सुनने से सब दुख दूर हो जाएगा निकतो ने मुझे इसका वर्ष होता मैथिली मीर और निस्त्रादायक सा से जैस Какой-то вид проблем всем мешает. Тогда откуда они могут решать это проблем? От Харикатха, от Кришна Катха. Тапта Дживана. И Катхаку кон-кон болле вале хотели, когда и Катхаку садханану бхакти не, когда из Катхаку Санкар Джи болте, Нарад Джи, Брахма Джи, Чатусар, Сукдев Госвами, иско бали-бали риси муни лог, из Катхаку нитя-нитян таргали.
то повторяет это Харикатха. Они очень-очень могущие, очень-очень великие преданные, они повторяют это Харикатха. Шанкарджи, Брахма, Нараджи, Шукадев Госвами и так далее. И четыре кумара, они все это повторяют это Харикатха. Может, это сами-сами большие мудрые, сами-сами высшие преданные, они повторяют это Харикатха. Калмаса мотлава та хам, паави. इसी जीवन में हम जो दुख कष्ट भोग करते हैं वो पूर्व जन्म जीवन का कर्म का फल है। अगर कथा को श्रवण करेगा तो कहती जो जो कर्म जो पूर्व जन्म का जो पाप खत्म हो जाता है। कर्म शाप हम это есть кармаш может раз это есть грех. Все, что мы страдаем в этой жизни, это есть результат от наш прошлой жизни плохой кармы, плохой что мы делали, это мы получаем результат это жизни. Тогда как можно решать это грех? Говорит, что Харикатха, если мы слушаем, это тоже можно решать. Шравана-мангалам, это какой квалификация нужна для слушания Харикатха? Никакой квалификации не нужно, и никакой суплити не нужно. Когда мы начинаем слушать Харикатха, от этого момента, прямо от этого момента мы начинаем хороший результат получить, благоприятно. От этого момента, когда мы начинаем слушать Харикатха. А по кане бы кто-то приходит, просто так кто-то приходит и слушает Харикатха, говорит, что у него не так вера, он тоже получает хороший результат. Один история, Шридхар Махарадж всегда говорит, что один был такой ситуация, что один человек был, он каждый деревня ходил, и у него какой-то продукт был, и он продал. Но он всегда был обманщик, он что-то неправильно сказал, что-то неправильно продал, и что-то обманивал, когда он весел, всегда он обманивал. Один раз он поехал в какую-то деревню, и очень поздно он там приехал, и когда он хотел идти от этой деревни в свой дом, это в середине был какой-то лес. Потом он решил, что ночью нельзя поехать, опасно там. Потом он решил, что один ночь можно оставаться в этой деревне. И он искал какое-то место, где можно отдыхать ночью, он никакой места не нашел. Но он приехал в какой-то храм. И там он видел, что кому-то просил, он сказал, здесь ничего такого, потому что маленькие деревни. Там может быть один храм есть, вы можете пойти там, и там можно лежать один ночью. И он, когда приехал здесь, он видел, что там Харикатха идет, и киртан идет. И он думал, что когда они кончат это Харикатха, я хочу спать. И что потому, что там Харикатха был, и он просто там сидел и начал сидеть и слушать Харикатха. У него внимания не было для слушания Харикатха, просто он не знал, что как они уходят, то я хочу спать. Ну, через немножко время, когда они кончили Харикатха, он сразу начал спать. И через немножко времени обратно он поехал домой, и через немножко времени он стал старый, и сейчас он умер. Сейчас, когда он умер, тогда у него взяли Ямадуты, и они сейчас, у него есть бухгалтер, Четрагупт. То они говорили, что пожалуйста, читай у него книги, какой у него, сколько грех у него, и сколько хороший вес сделал, и тогда у него дадим у него такой результат. Сейчас они начинают читать эти книги, сейчас Читрагупт читает, черный, все там написано черный, он сказал, ничего хорошего он в своей жизни не делал, только обманивал, неправда сказал, я ничего не люблю. Я ему сказал, посмотри, хорошо, мой вес что-то делал хорошо. Сказал, ничего не вижу. Подожди, там красный что-то видно. Да, он один раз, один час, он слышал Харикатха. Он сказал, слышал он Харикатха, один час жизни, но это то, он слышал, он внимания не дал. Просто так он слышал, никакой веры не был, никакой у него ничего не был, просто он слышал, потому у него другой выход не был, это Харикатха. Потому он слышал. Сейчас Ямарадж говорит, что потому что у него веры не был, любовь не была для Харикатха, тогда какой результат надо даст у него? Он сказал, хорошо, для этого у него можно послать один час райский планет. И пусть он пойдет один час райский планет, и когда один час кончается,
тогда привези обратно у него, и тогда у него надо послать адский планет. У него спрашиваем сейчас, что ты хочешь первый, плохой результат или хороший результат? Он говорит, вижу, что адский планет мне долго надо жить, и райский планет будет жить только один час. Тогда первый давай мне райский планет, чтобы я увижу то, что там происходит. Они сказали, хорошо. Тебе один час они послали какой-то до security, охраны, они послали до охраны, они сказали, пойди, я ему сказал, пойди вместо его, можно у него послать один час, и там они приехали, там дверь, это райский планет, они послали у него внутри. То один час тебе, ты пойди, и после один час там другие охраны были, это райский планет, сказал, посмотри, где он ходит, когда один час кончается, пожалуйста, это человек надо вернуть нам. Сейчас он пришел здесь внутри райский планет, там очень все красиво. Женщины красивые, там здания очень красивые, там все имеют свой самолет, как BMW, все там имеют свой самолет, и сам все очень хорошо. Ну, у него никакого внимания он не дал для этого. Почему? Он знал, что через один час мне обратно надо поехать, то можешь enjoy. Осладаться. То можешь осладаться, если он знает, через один час мне обратно надо поехать с адский планет. Он ничего внимания не дал, да, очень все красиво, очень все хорошо, такой-такой парк, такой-такой вообще место, такой красивый гора, река, ну он внимания не дал, он пришел, такое место он пришел, где никто не ходит. И там он пришел, он смотрел, что там Вамандев или Упендр. Вамадеви Упендра, там он сидит, и он говорит Харикатха. И он сейчас начинает думать, он думает, что один час слышал Харикатха, и мне они послали один час здесь. Если я еще один час я буду слышать Харикатха, мне будет еще один час возможность, я буду жить на райской планете. Он сейчас он ничего не трогал, ничего не, никуда не поехал, он там сидит, и сейчас начинает слышать Харикатха. И сейчас Вамадеви сказал Харикатха, и час кончил. И сейчас Ямдута сказали, что у него другие, что охраны были, то, пожалуйста, это надо вернуть этот человек, кто пришел в ваш райский план, уже время, час кончил. Они пришли внутри, и они видели, что он сидит в Харикатха. Когда мы сидим в Харикатха, это время, если кому-то время есть для смерти, Ямдута не может нам трогать. Потому мы, когда мы слушаем Харикатха, будем читать, это мы близко к Кришне, и мы сидим на колене Кришны мы сидим и можем читать, что никто не может трогать, даже смерть не может трогать нам. Тогда они пришли там, они смотрели, что он слушает Харикатха, они вошли обратно там, они сказали у него охране, что это Ямадута, они Ямадута у него сказали, что и знаешь, что да, он пришел здесь райский планет, но он ничего не enjoy. Да, он здесь ничего не трогал, ничего, просто он поехал, и он сразу он начал слушать Харикатха. И там он не может трогать у него. Тогда они сказали, хорошо, мы подождем, когда он кончит, тогда возьмем у него. Ну, он сейчас, этот человек, он думал, что один час не кончил или что. И сейчас он думал, ну точно один час кончил этот раз. Это точно можно сказать, что что-то происходит. Он сейчас, раньше он слышал Харикатха. И у него вера не была. Но сейчас он начинает слушать Харикатха, более внимания дает. Почему? Он думал, а что внимания не дал, он такой результат получил сразу, что он пришел в райский планет. Он думал, что если я буду слушать Харикатха, и час не кончается, это какой-то вечный час стал. И не кончается, он думал, что да, мне хороший, надо слушать Харикатха. Тогда сейчас Вамандев говорит Харикатха, сейчас у него вера пришел, и слушает. Конечно, результат слушать Харикатха что? У него появился Кришна према. Сейчас у него хорошо стал, он очень хороший преданный стал. Только слушая Харикатха, он хороший преданный стал. И пришел один самолет от Вайкунтха планет. И он шел обратно от адский планет, пошел в Вайкунтха планет. Харе Кришна. इसलिए कहते इसका जो छठवां गुण है कथा सुनने का, कहते कथा सुनने का साथ साथ इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं नया विक्रम नाशस्ति प्रतर्पाय न वृत्ति कृष्ण जो मेरे लिए अगर कोई थोड़ी सी करता है वो कभी नष्ट नहीं होता है।
сам Кришна говорит в Бхагавад-гите, он говорит, не обикрому нашего слепотава и навидетай. Он говорит, что если кто-то делает для меня маленький что-то, то и делает. Это вечно. Это никогда не разрушается. Никогда не разрушается. Это можно читать, что у него вечный результат получит. Если что-то немножко то и делает для меня. लेकिन इसी जगह तुमने आप किसके लिए संपूर्ण जीवन दे दो मर बिठा दो थोड़ी सी गलती हो गया तो घूम कर ну материальный мир можно работать для кого-то всей жизни все можно у него дать все деньги дом и всей жизни можно работать для кого-то но если один ошибка пускали он не будет смотреть вам больше он будет только смотреть это что маленькие ошибки вы пускали इसलिए इन गोपियां कहती हैं भगवान कथा सबसे परम मंगल सबसे मीठा सबसे मधुर भगवान की कथा है потом гопи говорит что самый хороший что есть самый нектарный самый сладкий что есть это есть хари कथा इसका सप्तमा सप्तमा गुण कहते हैं मतलब श्री श्री मतलब होता है सौंदर्य श्री मतलब होता है शोभा श्री मतलब होता है पैसा कथा कथ कृष्ण कथा से सब बड़ी है कथाएं बड़ी सुंदरता की बड़ी सज्जा की बड़ी है Седьмое качество – это есть Шри. Шри – это можно читать, это есть богатство, красота и вот так. Если мы будем слушать Харикатху, можно читать, можно стать больше красивым, можно стать больше богатым. Или в Бхарате, когда же Бхагаван Катха говорит, большие же Катха говорят, когда вы не можете думать, когда арабпати же пайса не кумасат, अगर थोड़ी सी कथा कहीं सुनाते हैं सोच नहीं सकते जो आश्रम का जो मंदिर जो सोच नहीं सकते वो सोचने से बाहर है कभी बिजनेस करके जिंदगी भर जो पैसा नहीं कमा सकते वो भगवान की कथा के द्वारा आती है तो बिलविंदी अनि इसना तो नहीं बिल लेता अनि नहीं मोग प्रस्ताव रिश्तो अनि कपूर देंगे अनि पालुचाय तो गवारे हरी कथा ताम विंदी अनि ओचिन ओचिन बगाती लोगी तकिये तकिये अनि क्रामी में तकिये तकिये दोमी में दाई स्वायो समाले होती स्वायो большие, большие, как палец, они храм такой имеют это. Просто что они делают? Просто они говорят Харикатха и деньги получают от этого. Посмотри, Майяпур, храм, Искон. И наш Гурудев Ашрам посмотри, Навадуй, Говардхан. Если мы делали какой-то бизнес, можно было бы так много денег делать? कहते वहाँ पर एक एक हमारे भारत में एक आश्रम है जो कि राजा भी जिसको पास में इतना बड़े बड़े मंदिर नहीं होगा राजमहल भी इतना सुंदर नहीं होगा इतने बड़े बड़े उनासे तकिए तकिए बालशीय आश्रम तकिए तकिए बालशीय क्राम तो दाजे कारोली में तक कोई पालस इसलिए गोपियां कहती है कथा में इतने शक्ति है बोले श्री मदा कथम इसलिए श्री इसमें सौंदर्य सब कुछ बढ़ती इसलिए कहते उसका जो सप्तम जो हरिकथा की जो गुण है कहते गोपियां कहती है जो हमारे जो बंधन है संसार का जो दुख का स्वरूप जो बंधन संसार में बोले भगवान की कथा सुनो सारे बंधन तुम्हारी समाप्त हो गए गोपी भी से गवारे तो इसलिए भी स्पष्ट है हरी कथा तो बंधन अवर बॉन्डेज I'll speak English this word, bondage. Bondage also, тоже можно освободить от этого материального мира, так можно сказать. Оковы материального мира. Если, когда иска жо, аури гуны, когда жагат ме бадут, бада-бада дан, гопиян кэти, когда Бхагавани катхаки жо дан кэти, когда сабсе бада дан, усе бада дан жагат ме кучти. Гопи вишо говорит, что да, много-много пожертва есть в этом материальном мире. Можно открыть школы, можно открыть больницы, можно дать кому-то для кушать, можно дать кому-то деньги. Но самое большое пожертва что есть? Самое большое пожертва есть, если кто говорит Харикатха. Это больше это, ничего нет. Если мы जो भगवान की जो कथा श्रवण कर रहे हैं, बड़े भाग्य से भगवान की कथा सुनने को मिलता है. Это нам можно читать очень большое сукрити или очень благоприятно для нас, что нам есть шанс слушать Харикатху. Харша. Джай Джай Радха Рамана Хари Говинда Джай Джай Радха Рамана Хари
Hari Govind Jai 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 Radha Ramana Hari Govind Jai Jai Radha Ramana Hari Govind Jai Hari Govind Jai Jai Gopal
चेरा पेरुष लोक श्रीमद् भागवतम स्वस्थवान नाम कामुन नाला पाखलान्यान से कामुन नाला में दिपात से जेलस भी चिताश तो इता श्लोक गवारिश तो नाम नाला पाखलान्यान से कृष्ण नितोल का कृष्ण दाजे राधा है कृष्ण दाजे नितोल का राधा कृष्ण तो ये महाप्रभु वो तक चेरा चिताले तो श्लोक कहते जो दूसरा जो श्लोक है उसमें भागवत प्रतिज्ञा करता है अगर कोई भागवत सुनेगा तो क्या हमको मिलेगा क्या प्रतिज्ञा उसका क्या है तारों श्लोक दवार इतना नेता श्लोक का जिसको मन चितास प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा इतना अभिशेन्य श्तो अभिशायत और इसलिए तो तब चितास श्रीमद् भागवतम अभिशायत श्तो और कोई रिजल्ट उन पालु चाहे तो उसमें कहते एक ही श्लोक में तीन अत्र अत्र मतलब बताएं कि भागवत में क्या है इतना तारों श्लोक नाम ये त्रि अत्र अत्र मन चितास श्तो इतना श्रीमद् भागवतम श्तो अभिशायत श्तो दायुत्नाम उसमें जो प्रथम जो अत्र आता है धर्म प्रजीत कैतव अत्र इसका मतलब है भागवत में जो असली जो धर्म है कहते भागवत में जिसमें धर्म अर्थ का मोक्ष को भी यहाँ पर निकाल दिया गया केवल भगवान की भक्ति जिसमें केवल असली धर्म भागवत में फिर भी अत्र इस धर्म प्रोजित कैतव अत्र तो नास्तायश धर्म ये तोलगा जय श्रीमद् भागवतम जिस नियतु धर्म अर्थ काम मोक्ष निश्चितम नियतु क्रोमे चिस्ती भक्ति कहते केवल प्रेमी सुलझेनिय प्रेमी सुलझेनिय चिस्ती भक्ति कहते और भागवत में क्या और एक अर्थात रहे वेद के वास्तव अत्र इसका मतलब है भागवत में जो सही वस्तु का ही उद्देश्य देता है जीव वो कोई चिटिंग बाजी नहीं करता है जीव कोई धोखा देने वाले भागवत में नहीं एकदम जीव को सीधा ठाकुर के पास में पहुंचाए इस ईश्वर श्रीमद् भागवतम जिस गौरे तारो अत्र ये तो नी का कोई अपमान नहीं तो जिस एता जीव श्रीमद् भागवतम इसलिए तो तब बुद्धित जलस कक्ष श्रीमद् भागवतम गौरे तक दम उन चिता तो प्रेम पाए दो तो लोटस इस तो कृष्ण उसमें जो तीसरा अत्र है कहते कथा जगत का नियम है कुछ करो फिर मिलेगा लेकिन इसमें कह रहे हैं अभी हम किए नहीं अभी घर में बैठे हैं हमको पता चला यहाँ पर वैष्णव लोग आ रहे हैं भगवान की कथा सुनाएंगे अगर किसको मन में केवल इतना इच्छा हो जाए मैं कथा सुनने जाऊँगा नहीं तो जाऊँगा लेकिन ठाकुर उसी समय आकर उसका हृदय में ऐसे भगवान बैठ जाते उनको निकलने का रास्ता नहीं मिलता है Закон здесь мир так работает, что если что-то мы делаем, может быть мы получаем результат, как мы хотим, или может быть нет, иногда так. Но это тоже не точно. Но если туда... Шримад Бхагаватам говорит, что если думаешь, что туда пришел рассказать Харикатха, и ваш город пришел, и вы только... Вы не пришли сейчас слушать Харикатха, вы не там, нет у вас возможности или что-то. И вы только думали дома, и вы, или вы уважаете то, что пришли, или вы начинаете думать, что я хочу пайкаться, слушаться Харикатха. Только когда вы начинаете думать это, что я хочу пайкаться, слушаться Харикатха, или вы уважаете, что Харикатха там ведет, и если так, такое настроение, тогда говорит Шримад Бхагаватам, что только когда человек начинает думать так, тогда можно читать, что сам Кришна приходит в него сердце, и внутри ходит так, и так сидит сильный, что он не может найти дорогу отсюда, и обратно он не может найти, он просто пришел в ваше сердце, и все, там, как можно сказать, что как в тюрьме там сидит. Если я прошу, я прошу, что я прошу, что я прошу, что я прошу, कभी जगत का पुण्य से कथा नहीं सुन सकते जगत का पुण्य कर्म से क्योंकि पुण्य कर्म क्या देता है स्वर्ग देता है भोग देता है उसके बाद खत्म हो जाता है क्या ये पुण्य से हमको ये बैठे करके प्रभु की कथा सुनने मिलता है भाई नहीं समझो पूर्व पूर्व जन्मों का तुम्हारी बहुत कोई अच्छा कोई सुकृत था जिसका फलस्वरूप ये कथा सुनने को मिलता है पुण्य से नहीं बहुत अच्छे कर्म सुकृति से कथा सुनने को मिलता है Какой квалификация нужна для слушать Харикатха? И если что-то мы делали здесь благоприятно в материальном мире, это материальный мир, что-то мы делали хорошего, кому-то мы пожертвовали, кому-то мы помогали. От такой вещи, это мы получили такой результат, что мы слушаем сейчас Харикатха. Шримад Бхагаватам говорит, нет. Это такой вещь дает нам только жить хорошо,
только может быть максимум дадут результат, что мы будем жить в райской планете. Когда у нас такой какой-то хороший результат придут, от этого такой карма, тогда эта карма освободится себе. Все, больше результат нету. Он дал ваш результат и все. Ну, Шримад Бхагаватам мы слушаем, потому читаем, что какой-то прошлой жизни мы делали очень хороший духовный сукрити мы получили. От этого духовный сукрити, когда это полный коллектив, собирал, когда собирал, это много-много духовных сукрити мы собирал, от этого результат мы получали, что мы слушаем сегодня Харикатам. И бат ко пада Сридхара Свами говори. Лекни хавари Вишванатха Чакртхакур говори. Шридхара Госвами это рассказал, это комментарий. Но сейчас Шрила Вишванатха Чакртхакур, что он говорит? Агар хамара пурваджан ме кои агар сукрити нехи, фир кья хога? Фир кья байтре ката нехи суна сакта? Хорошо, Шрила. Хам байтро. Байтре ката сунте тумара сукрити ме гаи. Жизка хе, уско хе и хе. Агар жизка нехи е, агар байтру ки гая, Сейчас Шрила Вишванатха Чакртхакур Тхакур дает такой вопрос, что хорошо, кому-то есть сукрити, он собирает сукрити, много-много сукрити, у него он получил такой результат, что он слушает сегодня Харикатха. Но если кому-то нет духовной сукрити, тогда что, у него нет квалификации слушать Харикатха? Шрила Вишванатха Чакртхакур говорит, это неправильно. Если человек начинает слушать Харикатха, отсюда начинает, что он начинает собирать духовный сукрити. Духовный результат. Это Бхагаватам обещает, пратигья. Третий шлок есть аширвад, благословение. Что благословение дает это Шримад Бхагаватам? Читает, что это Шримад Бхагаватам есть Кальпавриксха. Кальпавриксха есть, что он может дать все, что мы просим у него, это Вриксха, дерево. Если мы любое, что желание есть, он может дать нам. Читает, что когда мы слушаем Харикатха, это она, Шримад Бхагаватам может дать нам все, какое у нас желание, как Кальпавриксха. लेकिन ये अपराग्रत कल्प वृक्ष है जब जगत का कल्प वृक्ष कभी कभी उल्टा फल दे देता है जैसे वो राजा जैसे गया मुर्गिया करने के लिए दूर चला गया तो मुझे पता है ना लोग थाना मिल जाए पानी मिल जाए लास्ट में बाघ आए तो खा लिया इस दरेवा जिस वजह इस मटेरियल मिले तो ये इमेज तक ये दरेवा कल्प वृक्ष что можешь даст вам все какое желание у вас есть ну Это иногда материальный кальпавриксха может дать хороший результат, иногда дает плохой результат. Но это трансцендентальный, Шримад Бхагаватам есть трансцендентальный кальпавриксха, он никогда не дает нам плохой результат. Материальный мир кальпавриксха как работает? Иногда плохой результат дает. Один раз был такой, что один король был, он пошел в лесу для охоты. Для охоты он пошел, и сейчас он не знал, что где он сидит, он немножко уставший был. И он сидел внизу один кальпавриксха, он не знал, что это кальпавриксха. Он был очень голодный, и очень уставший. Он думал, что я очень далеко от моего дома, но если что-то меня было, я хочу что-то пить, я очень устал. Тогда сразу один какой-то красивая девочка пришла, и у него пошла очень хороший сок сейчас. Думает, что происходит? Думает, не только это, если я голодный тоже, если что-то будет для меня кушать, это будет еще хорошо. Еще вторая девочка пришла, у нее дал очень хороший блюд, и сейчас он думает, я нормально выпил что-то, или что-то я кушал. Как можно сейчас, если мне была бы какая-то кровать, я мог бы, если это был бы мой дом, я мог бы отдыхать, и сразу какой-то красивый, очень хороший мягкий матрас, это пришел, это один кровать, и сейчас он отдыхает. И он начинает отдыхать. Когда он начинает отдыхать, он слышал далеко где-то какой-то лайн? Лев, кричит? Ричит. Лев ричит. Сейчас, когда он слышал это, он сказал, о, здесь в лесу есть какой-то лев. Я не хочу, что он пришел, он придет здесь, может быть, близко. Когда он думает, сразу этот лев пришел там.
И он думает, что, о, мой сон будет кушать меня. И сразу он думает, кушать меня. Вот так иногда, как обычно, что имеем материальный мир, они дают хороший результат, иногда дают плохой результат. Ну, трансцендентальный, это Шримад Бхагаватам, никогда не дают нам плохой результат. जैसे माँ कभी बच्चे का कल्याण नहीं सोचती किसी अवस्था में किसी तरह की जो भागवत और जो माँ यहाँ में अच्छे अच्छे कल्याण करता है Читаешь, что это Шримад Бхагаватам есть как наш мать. Это мать никогда не думает плохое для своего сына или дочка. Она всегда думает хорошо. Так тоже и Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам никогда нам не дадут плохой результат. इसलिए इसमें बताया निगम कल्प तरूर गलितम कलम यहाँ पर कह रहे हैं ये जो भागवत है ये कल्प वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है जैसे गवारे निगम कल्प वृक्षो गलितम फलम जैसे गवारे गवारे तो इता ये что это Шримад Бхагаватам? Можно сказать, Шримад Бхагаватам есть спелые фрукты, от дерева веда. Веда он читал, есть дерево, и у его фрукты, и что это спелые фрукты, это Шримад Бхагаватам. Арья Нигама Халпатару, Галитам Фалам, или когда Галитам Фалам, когда два тара как фал होता है. Эк होता है, пакне се, пахиле уско лакре ки гарме се пага, пед се. Ор эк होता है, जो пед में апни ап пак जाए. Когда जो пед में апни ап जो фал пакта, उसमें स्वाद विशेष होता है. इसलिए कहते हैं ये जो फल है वो अपनी आप पेड़ में ही पका हुआ फल है। दो अभिदा फ्रूक्ति ये आदम फ्रूक्ति ये तो निस्पेली ही मिज्याल देगा। ये दूसरी फ्रूक्ति ये तो कदा स्पेली तकदा मिज्याली। ये तो मोजन चिदास कदा मिज्याली निस्पेली ये तो इसलिए वाश डोम उन स्टार स्पेली आज का कोई ता अभी सिंथेटिक अकब तो सिंथेटिक प्रोसेस भी जेल जो उन स्टार स्पेली ये तो उन्हें ओन में दूसरी कुछ नो ये तो фрукты, что стал спели деревья прямо там, это у него имеет другой вкус. Шримад Бхагаватам есть такой фрукты, что стал спели прямо там, где это деревья он стал спели. Или галидам бхалам, когда сука мухад, амбрид дарвазан, когда вот пакава бхал, лекар усмен же суп пакили, усмен чонч мари, хамара каха вот это, суп пакили, усмен чонч мари, там усмен митха, ор чата аят. Сейчас еще дальше говорят, что это да, спели. Спели фрукты всегда очень сладкие. Ну, шукамукам, это говорит шукамукам. Шука это попугая. Если попугая будет трогать это, попугая будет кушать. Винни так говорит, что если попугая кушает какой-то фрукты, это еще сладкий. Тогда можно читать, что это потому, что сам Шукадев Госвами рассказал свой язык, тогда это еще сладкие фрукты. कहते ये कदम प्रश्न है जो अपने आप पेड़ में पक करके जो गिरेगा फिर तो बताए फिर तो खराब हो जाएगा फल अगर एकदम पक्का हुआ फल अगर पेड़ से ऊपर गिरे फिर तो क्या हो जाएगा पूरा ऊपर फिर खत्म हो जाएगा то там есть такой вопрос, да, что это спелые фрукты. Если спелый, он стал деревья, тогда дерево очень высокие. Если можешь, он упасть, и когда упадет, тогда это расколется, тогда может быть. Когда не ऐसे नहीं हुआ, लेकिन वो फल पेड़ का सबसे ऊंचे शाखा में फल बल्कि कौन सा ऊंचे शाखा है वो सबसे ऊंचे शाखा कहते जो फल फल मतलब हम जो कभी जो भगवान का कथा जो पान कर रहे हैं यही है बोले कहाँ से आए बोले सर्वप्रथम नारायण सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को देते हैं फिर ब्रह्मा जी नारद जी से फिर देते हैं श्री व्यास देव जी को फिर ये गुरु परंपरा में फल आता है इसलिए एकदम जैसे बताए ऐसे फल आया जिसमें कोई खराब चीज नहीं हुआ खर्च नहीं हुआ Это фрукты вообще-то, где растет, это можно читать, это растет самое высокое место, что есть, это дерево, что имеет, это там растет. Ну, это растет там, сами наверху, но все равно это пришло нам, то мы слушаем сейчас, это пришло нам от Гуру Парампара. Первый Нараян дал, Брахмаджи дал, Нарадмуни дал, Вьясадев,
и вот так далее, Шукадев Вандар, Шукадев Госвами, и вот так далее, пришел это Гуру Парампара, пришел нам. Тогда можно читать, потому что это спели фрукты, пришел один рука, другой рука, третий рука, тогда можно читать, это не раз. Не раз полный. Не раз. О, да, ты целый. Да, цели. Изилие, кэдэ кья кара, вали, иско ху пио, вали, иско пио, вали, кэйсе пие, ме, апне байте, пайле, вали, апхал, хе, फल को तो खाते हैं, फल को थोड़ी पीते हैं, फल तो पुल मतलब पियो हो लोग ऐसे पिए ही नहीं जाए। И дальше говорится, что это надо пить. И сейчас вопрос такой, что вы первый сказал это фрукты. И мы никогда не слышали, что фрукты можно пить. Всегда мы знаем, что фрукты только можно кушать. Как можно пить это фрукты? लेकिन कहते हैं ये ऐसे के फल है जिसमें छिलका भी नहीं, जिसमें गुठली भी नहीं है। Это есть такой фрукты, что не имеет никакой кожи, и никакой кост. Только там нектар, только там сок. Это рас, это нектар мы сейчас слушаем или пьем. Когда мы пан करते हैं, जैसे हम जो पीते हैं किधर से मुंह से पीते हैं, लेकिन अभी हम इसको पी रहे हैं, किधर से पी रहे हैं, कान से, क्योंकि ये दिव्य रस है. Вообще-то, когда мы пьем, тогда это мы пьем от язык. Но это трансцендентальный, потому это мы пьем от наших ушей. Хорошо. Или अभी इसको पी रहे हैं. अभी यहाँ पर एक श्लोक में दो बात बता दिया. एक तो बता दिया, फल बता दिया. फिर उसको बाद में फिर रस बता दिया. फिर इतनी गड़बड़ी हो गया. इधर फल बोल रहे, इधर रस बोल रहे. कहते इसलिए कहते यहाँ कहते कभी कभी रस अगर कोई ऊंचे शाखा से अगर नीचे कोई गिरे फिर रस गिरे तो क्या होगा, माटी में मिल जाएगा, सब माटी में सब मिल जाएगा. इसलिए कहते कभी रस में विकृति आ जाएगी. लेकिन अगर फल में आए तो उसकी विकृति नहीं होगा और फल कहते हैं रस पूरा अंदर रहेगा. इसलिए इसलिए फल भी बताया और इसे रस भी बताया. Такой вопрос еще, что один человек бы сказал, что это фрукты. И второе место бы сказал, это нектар. Как можно решать этот вопрос? Это фрукты или нектар? Это говорит, что Шрабишмар говорит, что это нектар. Ну, такой нектар, что имеет такую форму, как фрукты. И почему это назвали у него фрукты? Потому что если нектар падает, это нектар, если падает, это перемещает, все в земле там перемещает, и там ничего не остается. Но это фрукты, потому это пришел нам спели, и пришел нам сели, тогда можно читать, это ничего не там потерял, это все спели фрукты, там есть так, как есть, тогда можно читать, это есть фрукты, что имеет только нектар. Понятно? Если я вам бата рэй, или абр пио, или каптар пио, पी करके जब तुम बेहोश नहीं रहते तब तक पियो. फिर बहुत आए बोले छोड़ना नहीं, फिर पियो, छोड़ना नहीं इसको. ये दो दो कब्दा मोजना अस्तावित पीत से था कब स्कोर का मोजना पीत गवारी सर что मोजना पीत से था स्कोर का भी मोजिस पीत ही मोजना पीत तक 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 что भी сознание не потерял и так много и потом сознание потерял и пришли себе обратно что надо делать обратно надо делать что обратно надо пить से там. जैसे जगत में कोई शराब पीता है फिर पी पी कर बेहोश हो जाए तो फिर उठता है पीता है. ये जड़ वस्तु का इतना रस है, अगर भगवत भक्ति रस में कितना आनंद नहीं होगा. как один алкогол алкоголик алкоголик как алкоголик что он так любит алкоголь, что он не может оставаться пить это, он пьет и пьет и вот так. И вот это есть материальный что-то и читает свой это если трансцендентальный сок какой вкус она имеет это. इसलिए तब यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं आ लयम, कहते कब तक पियेंगे, बोले जब तक डूब नहीं जाते, जब तक डूब नहीं जाते तब तक पियो. तब गुरुदेव कुछ कथा सुनाते हैं कैसे ब्रज में एक नगरी नई बहू कैसे घर में आती है. हाँ, लेकिन ब्रज में जो गोपियाँ आती हैं कहते हैं गोपियाँ अब सर भाषा से इतना बोल देना कि आप नहीं आए. बोले कहते कहते ये लेकिन ब्रज में साधारण में कोई लड़की शादी होकर नहीं आ सकती, जिनको स्वरूप से दिखो बाद में वस्तु से दिखेगी तब भी कोई आते साधारण में कोई इतना बड़ी नहीं आती है. सबके सब स्वरूप से दिखो बाद में आती हैं. अभी कृष्ण जानते हैं कौन भक्त कहाँ पर रहते हैं. कृष्ण जब गया चराने के लिए सबरी जाते हैं, कृष्ण बंसरी बजाते हैं. अभी सब बंसरी सुनते हैं, सबके सब पागल होकर आते हैं. क्यों? कृष्ण सबरी जाएंगे, शाम को आएंगे, कृष्ण का दर्शन नहीं मिलेगा.
अभी कृष्ण दर्शन हो जाए, अभी नहीं भोग नहीं करने दर्शन करने के लिए आप अभी नहीं भोग मत जाया करो, अगर काला सांप काटेगा तो फिर जहर भी हो करेगा। इसलिए भले तुम बूढ़ी होकर जा रहे हो, फिर बूढ़ा होकर ससुर जा रहे हैं, नहीं तो सब जाने के लिए किसको काटेगा, नहीं मेरे पति ही काट देगी, और सुन ही नहीं फिर आ गई देखने के लिए। Как мне слышать сейчас, как можно пить этот нектар? И сейчас Гурудев всегда такой момент, для этого момента Гурудев всегда говорит одну историю, что как можно пить этот нектар и что, какой результат, если мы будем, и будем пить этот нектар. Была такая ситуация, что один раз один гопи и вышла замуж, а вот так, кто живет, это Бреш. И сейчас она пришла здесь, и сейчас то можешь приехать в Брэдж только после сорубсиди. После сорубсиди, когда они приходят здесь, тогда у них только есть возможность приехать здесь. Они все, что приходят в Брэдж, это можно сейчас, они непростые. Это гоби история, что пришла она. Она тоже, не был, она тоже, конечно, не была простая. И сейчас, когда она пришла здесь, у него мать, своего муж, эта женщина, говорит, что сейчас тебе нельзя поехать на улице, потому есть там такой черный змея, и он будет тебе кусать, тогда тебе будет большая проблема. Она сказала, что вы очень старый, и ваш муж очень старый, и моя сестра, мой муж, они все уходят, все мои родственники уходят смотреть это черный как бы Кришну. Это вы не почему вы не пускают. Ну, она сказала, если он змея тебе будет кусать, тогда это тебе, it will be very bad for you, it will be this poison, it will be very dangerous for you. Это яд очень опасен для тебя. Тогда они не пускали. Но Кришна сам знает, где новый преданный пришел. И сейчас, когда он хочет поехать в лесу для grazing the cows, for the cows. Вместе корова. Да, вместе корова, когда он хотел поехать в лесу, ну, Кришна знает, и где новый преданный пришел. И сейчас у нее культура такой, индийская культура такой, что прямо, если пойти кому-то, женщина или девочка, кому нельзя. И сейчас он причина взял, что один маленький теленок, один маленький теленок взял и у его... Закрутил хвост. А? Закрутил хвост ему, и он побежал прямо к той двери, где жила эта молодая девушка. Я... Все ушли, оставив ее одну. И там была маленькая щелочка, куда она смотрела. И Кришна знает, где его преданные. И он закрутил хвост теленку, что он поскакал прямиком к двери этой девушки. И когда он подошел, он стал в позу трипанга. И флейт, и за подбородок так раз сделал. И украл ее сердце. Ушел. Когда вернулись заловка, я плохо разбираюсь, и свекровь, они увидели, что с ней произошли очень большие перемены. Заловка сказал: тебя укусила черная змея. Я же тебе сказала, говорит, не выходи, говорит, даже не смотри в его сторону. Нужно что-то было с ней сделать, чем-то занять. И они дали ей взбивать горшок там, с маслом, с йогуртом. Но такому человеку, находящемуся в таком состоянии, ничего нельзя доверять делать. И она насыпала вместо йогурта семена горчицы. Когда стала взбивать, раздался оглушительный треск по всему дому. Что ты делаешь? Безумная, говорит, ты неквалифицированная. Вот тебе горшок, ребенок, веревка. Иди на колодец, чтобы набрать воды. Когда она пришла на колодец, чтобы набрать воды, ее ум был постоянно погружен в памятование о Кришне. И она взяла, стала что-то наматывать, и хотела то что-то скинуть на веревке в колодец. И та женщина: что ты делаешь? Безумная, как, зачем ты кидаешь ребенка в этот колодец? Они схватили в последний момент этого ребенка, отвязали его. И они сказали, что в нее, наверное, вселился дух. И Гурудев этой книжки, там, это Пхут,
Это, говорит, не Пхут, это Нанда Капут, сын Нанды Махараджа, не вселился на самом деле. Сейчас вопрос, кто имеет такую квалификацию, что можешь пить это? Когда сами ископи навод как не. Когда сами не пить это, когда сих наву бе, да сих надла Радха Кришна Бхактини Руб, а то ли Бхагавани Кришна Прайяна, вот он искупи. Шрида Махарадж говорит, что только Расик или Бхагут, только они могут пить это. Как Расик и Бхагут, как переводится, что кто имеет желание для служить Кришна, кто имеет эмоции для Кришна, Рада Кришна, кто имеет желание служить Рада Кришна, они могут пить это. Шримад Бхагаватам дает нам такое благословение на третий шлоку. Hare Krishna, we would do dance. And he сейчас будет строить спектакль. Да? 5 минут. Завтра, вы как вы знаете, завтра большой праздник. Завтра мы только будем слушать целый день Гурудев Рикта. Гуру Катха. Он говорит, что я утром я хочу дать шанс всем, что Гурудев ученик, что они хотят говорить по Гурудеву, пожалуйста, можно утром. Да. Ну, вечером он сказал, я буду рассказать Харикатха. И утром, если будет возможность, я дам Харикатха, если нет, тогда пусть преданы другие. Здесь много ученик Гурудеву, и они могут сказать о Гурудеве. Много старых преданы здесь, я прошу, что были без они, кто-то будет сказать завтра утром. Если будет возможность, тогда я утром расскажу что-то, если нет, тогда вечером только расскажу. Гуру Таттва и Гуру Катха мы будем слушать завтра целый день. Хорошо. Окей. Джей Джей सबरे जो हम जो कथा सुन रहे थे उसको सुन ले दो श्लोक सुन रहे थे वित्रासुर का दो श्लोक हम सुन रहे थे अभी दो श्लोक बाकी है हम उसको सुन ले उत्तरम स्पेशल हरि कथा है वित्रासुर वित्रासुर दो श्लोक में चिता भी दो श्लोक осталось можно читать за два श्लोक хорошо इसको याद है हमने क्या बताया था तो помнишь что я рассказал утром или чистый ум. Hare Krishna, Hare Bol. Are you doing okay? Something? No, Vitrasu. कल हम लोग ने ये श्रवण किया था स्पेशल उत्तरम कहते वो जो वित्रासुर का जो कथा है वित्रासुर जो उपाख्यान है जिसमें अपूर्व अपूर्व उन्होंने अपना भाव को उन्होंने प्रकट किया है सुंदर सुंदर भाव उन्होंने कर दिया है वित्रासुर पास अप्रैल चित्री श्लोक это चित्री श्लोक он читался это очень сладкий श्लोक и от своей эмоции от своего настроения он показал здесь четыре श्लोक पहला श्लोक में उन्होंने बताया था मैं दासों का दासों का दासों का दासों का अनुदास बनूंगा первый श्लोक что мы слышали что я хочу стать дасану 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 дас इसलिए श्री किसके दासों का दास बन सबका दास में नहीं
बोले गोपियों की भाव वगैरह जो जुटते है उनके दासों का दासों का दासों का दास मैं बनना चाहता हूँ. И кому я хочу служить, это не всем. Я хочу только служить это, кто имеет настроение гопи. Если мы в другом слоге, мы в другом слоге, мы второй слог сравнен кия та. Не слышал. Когда жив жердае мне Бхагаван ки бхакти, когда ये विश्व ब्रह्मांड का सारे सुख उसको सामने फीका हो जाता है, जगत का सारे सुख उसको सामने बेकार लगता है. Когда сердце приходит бхакти для Кришна, для Господа, тогда все остальные, все из материальных мир, что нам привлекает сейчас, это все оставит без вкус. Вишванатха Чакрабарти удаляет сердце, вся дуния как сук, сук, вся дуния как сук, что один жаган кардо, бхакти как сук, это амрита. Уско один бунт как сатми би уравнение. Шрила Вишванатха Чакрабарти Тхакур такой пример дает. Он говорит, что возьми все, что благоприятно, это материальные миры, и это все благоприятное, что все хорошее, что есть, это в материальном мире. Это cannot compare. Не сравнится. Один капли и бхакти Кришна, Кришна бхакти. Если если Чайтанья Махапрабху говорит, на дханам, на джанам, на сундари, кавита, ва джагадиша, камре, ма джанма, джанма, нишваре, бхавата, бхакти, ахиту. Махарадж сейчас произнес четвертую шлоку Шри Шикшаштаки Шримана Махапрабху Надханам, Наджанам, Насундарим. Здесь говорится, что мне не нужны Надханам, богатство, Наджанам, хорошая жена или хорошее рождение, Джан, Насундарим, мне нужна красивая супруга, либо красивое поэтичное знание, описанное в священных писаниях. Надханам, Наджанам, Насундарим, Кавитам, Ваджагадишакаме. Кавита, то есть описано поэтами. И дальше это обращение к Господу. О, Джагадиша, чего же я хочу? Мама Джанмани, Джанмани Ишвари, о тебе, о владыка, из жизни в жизнь, Бхагават Бхакти, Ахайтуки твои, без причины вредности, твоим лотосным стопам я хочу. Ахайтуки, без причины вредности, твоим лотосным стопам. Что он спрашивает здесь? Петросу говорит, что я хочу вираха. Вираха что это? Разлука. Разлука. Потому что если кому-то вы любите и вы всегда вместе, это любовь ставится слабее и слабее. Но если какая-то разлука приходит, какая-то причина приходит, что вы не можете увидеть друг друга, тогда эта любовь больше и больше станет. И если долго вы не видите друг друга, тогда если очень сильная любовь, тогда Петрасу так говорит, что я везде я могу увидеть вам. Вот такой разлука я хочу, что когда я везде я вижу вам, такой разлука я хочу. हम जो विरह चाहते हैं किस रूप में विरह चाहते हैं. पहला उन्होंने उदाहरण दिया आजाद पक्षी एवं माता मुख पहले उन्होंने उदाहरण दिया. अभी जैसे अंडा अभी फूटा तब उसका भी पंख भी नहीं हुए, मैया कैसे घोसला छोड़ के दाना लेने चली जाती हूँ, फिर उसे माँ का कभी चिंता 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 करता है कि तो कोई आगे दूसरा खा ले जाए, बिल नहीं खा जाए, फिर वो चिंता चिंता मैया थोड़ी सप्त सुनते इसे देखने लग जाता है. फिर मैया आने पर जो उसको खिला लेता है, छोड़ छोड़ खा लेता है, फिर मैया भी बोलते सुन लें पहले उदाहरण दिया मुझे चिंता चिंता करता है उनको ऐसे Здесь пример дает, что какой разлука я хочу. Он говорит первый, что я такой разлука хочу, что птица. Птица имеет яйца, от яйца пришел сейчас маленький ребенок. И сейчас этот ребенок, когда мать летает где-то для кушать, для еды, или где-то летает, тогда это время этот ребенок кричит. Он боится, что может быть какой-то кошка или собака придет, или какой-то животник придет и будет кушать с меня. И еще он голодный.
Сейчас он кричит и кричит. Он сказал, я такой разлюбок хочу, что такой разлюбок, какой имеет этот маленький ребенок. И ну, сейчас, когда он сказал так, тогда он начал думать, что ну, это ребенок до этого, что мать не пришел, так для, до этого у него есть разлюбок. Он думает для мать. Ну, мать пришел, мать пришла, сейчас дал у него кушать, сейчас он спокойнее, потому мать близка. И он сейчас спит, и разлука больше нету. Потом он читал, что это не самый высший разлука. И дальше? Если Левин Дагас мне его чинтан, это сварта. Когда его мама почему чинтан, то он бхожан дега. Кхане ка бад, фер чупчап сло жатый. Левин Сандр, кой сварт бабана нахи. Яхан бар кевал сварта, кевал нахи. Это чинтан бе тхик, лекин сварта, сварта. Сварта. Это шла, Виртрасур думает, что это здесь, что разлука, это есть эгоизм, потому что это у него разлука есть до этого, когда он не кушает. Он, если только разлука есть, только для что, где масло, я хочу кушать, пусть масло придет мне, и здесь служения нету. Такой разлука просто он думает для себя. Себе, тогда он читает, это есть эгоизм, тогда он читает, это не самый хороший разлука, я такой разлука не хочу. Он сказал, ну первый, но потом он думал, что это не самый хороший пример. Потом он второй удар он дал, если бачра, когда чёрка, как мать, если ахар, лене к ле чели жати, а у бачра день мор хамба, 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 мама, кота. Лекин, жо, житна сам, кот айга, сабери салага, сам гане бори, если то мама, жада карне ло жата, то жо мать, ипер раскала, се раси холна и карне ло жата. Пере чабе мне дуд пита, пидер же дуже пидер да, пере баш пидер дур фудат не лагда, пере во хелне куда не ясат не пае. Он е иско би удар не диа, лекин иско удар не дека дека не кайголе, а и ви 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 сварте. Кинде же татар мама не ми дека дури не диа. Тарој пример он дал што как тилионак, когда у него мац корова уходит для кушать для какой-то лесу где-то уходит, тогда это тилионак тоже кричит для мац. И он тоже кричит и кричит, и когда поздно вечером мать приходит, тогда он начинает пить молоко от груш свою мать, корова. Это время, когда он выпил молоко, сейчас он довольный, сейчас у него больше мать не нужно. Он Виртрасур сказал такой пример, сейчас он начинает думать, что там тоже есть какой-то эгоизм, там тоже, когда он выпил и сейчас довольный, у него больше разлука нету. Он рассказал это, он думал, это тоже не самый хороший пример. लेकिन उससे वो श्रेष्ठ इसलिए कभी जो गैया का जो स्तर निकलता है वो बच्चे को देख करके वहाँ जो आहार था वो अलग था लेकिन यहाँ पर जो दूध स्खलन हो रहा है कभी माँ की प्रेम हृदय जो जरूर होता है बछड़ा को देखने पर गैया बेचे दूध नहीं देता है बछड़ा को देख कर देता है हाँ इसलिए लेकिन यहाँ पर उससे श्रेष्ठ इसलिए कभी नहीं था प्रेम से द्रवीभूत होकर के दूध नहीं देता पश्चिम तारोमी. Потому что что еда привезла, это мать, птица, это был отдельно. И сейчас что приходит еда для теленок, это она держит в себе, внутри своей тела. И корова никогда не дает молоко, до когда она не будет своя теленок. И она увидит теленок, и потом, когда она увидит, тогда это прем, от этого любовь для своего ребенка, для своего теленок, это приходит у него груже, как молоко. И потому это есть ходит внутри цели, это есть прем, кто теленок будет пить, потому это больше высший пример, чем первый. Но все равно он думает, что там тоже есть какой-то эгоизм, потому все равно он выпил это молоко, ну прем, это любовь, что он выпил, но все равно это пример тоже не самый хороший. Катисра, Прия, если Прия дает чинтан карта, или если у Прия, если бахар жата хай, बाहर जाने पर देखा है भोली वाली गांव के उनको जानता नहीं बोला आपको खिला कर दिखाती हूँ सुला कर के सोती हूँ आप जाओ किसके लिए खिलाऊंगी श्रृंगार तो आपके लिए मैं करता हूँ इसलिए अगर दीवार में हमने दस जैसे रेखा ना बनी तो याद होगा तो उसको आप भूल दो कभी हमारे ये भारतीय ये любовник. Любовница для любовник думает. Есть такая традиция в Индии, что если какая-то простая женщина, она замуж вышла, и сейчас муж хочет идти где-то в другой город.
Сейчас она даже не знает, как можно читать. Один, два, три, четыре, тоже она не может читать. И он говорит сейчас, что мне надо идти в другой город для 10 дней. И она сказала, что я без вам никогда я не готовил, никогда не кушал. Даже первый я дал вам кушать, потом я кушал. И даже я, если украшения одевал, это я одевал для вам. И я без вам ничего не знаю. Даже вы говорите, что вы ходите 10 дней. Я не знаю, что, сколько это 10 дней. Как мне можно узнать, что когда кончается 10 дней? Тогда муж написал 1, 2, 3, 4. Он говорит, что вот так, это есть 10. Это ты каждый день, когда солнце приходит и уходит, ты можешь стираться, это один, и когда все 10 уходит, тогда читаешь, что этот день я прихожу. Но сейчас... тогда сейчас каждый день она стирает один, и сейчас она ждет, и сейчас она начинает только думать, с такой медитацией пришел для своего мужа, она только ждет своего мужа. Но когда он придет, тогда я буду готовить для этого, он любит это, он так любит. И сейчас, когда 10 дней все ушел, и сейчас она знает, что приходит его муж сегодня, тогда она очень сильной медитацией, она все, она делает горячую воду, она делает хорошую еду, что сейчас сегодня мой муж приходит. И у нее такой сильной медитация, что и ждет, и когда сейчас приходит муж, сразу она, каждый звук она слушает, она думает, может быть, мой муж пришел. Вот такая медитация. Сейчас Бритамсур говорит, я хочу такой медитации, что какой медитация имеет любовник для своего любовника. वो केवल अपने पति की सेवा के लिए कभी चिंता करती है, उसका श्रृंगार करना, उसको रसोई बनना, जो कुछ करना केवल वो पति की सेवा के लिए करती है। यहाँ पर कोई स्वार्थ नहीं, पर सेवा से करना है। Сейчас Бритамсур говорит, почему это самый высокий пример. Потому что она одевает хорошую одежду, она одевает украшения, она все, что делает, она хочет и ждет своего мужа, потому что она хочет служить у него. Бритамсур говорит, потому что такое настроение я хочу, что когда мне только будет настроение, что я хочу служить вам. Вот такое я медитация хочу. प्रभु केवल उत्तम श्लोक के जाने से सक लास्ट में प्रार्थना करते केवल भक्त का संग ही होना चाहिए, क्योंकि भक्त का संग से भले जैसे जीवन में क्यों नहीं मिले, लेकिन भक्त का संग जैसे बिछोड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि भक्ति केवल भक्तों का संग से मिलता, बगैर भक्तों के संग से भक्ति मिलती नहीं, इसलिए भक्त संग को प्राप्त होता है। कम से श्लोक ऑन अफ्ते ऑन मलिया что молиться что дай мне пожалуйста общение преданий. Кроме этого, я больше ничего не хочу. Может быть, много проблем будет, может быть, моей жизни будет хорошей. Но бхакти сам приходит только от общения преданных. Потом он сказал, пожалуйста, дай мне, я не прошу, что мне, что нужно, кроме общения преданных. Потому от преданных, если мне будет общение преданных, тогда я могу получить бхакти. Хорошо. Окей. Okay. Сейчас. Окей. Okay. Приходите в спектакль. Костюмочки убрать, чтобы не забазнили.